Розовильца. Избавиться от белого штрихованием. Можешь сразу создавать вот этот ритм вверх. Да, распускающийся ритм вверх. Можно чуть темнее внизу. Сразу чуть темнее внизу. Количество краски примерно такое, как ты видишь. Вязкость краски примерно такая, как ты видишь. Давай. Возьмешь розовости, возьмешь коричневости, возьмешь голубоватости. Голубоватый с коричневым будет несколько зеленить, особенно на фоне сиреневого. Вот такими действиями. Ну-ка покажи при мне такие действия. Так, нормалек. Молодцом. Угу, хорошо, отлично. Значит, сначала здесь растренируешься вот с такими и резьбами. Прямо пытайся повторить мои действия. Вот. Если что, вытерла, еще раз растренировалась. И уже потом пойдем дальше. То есть сбрила краску и опять немножко покидала, расчувствовала этот момент. Хорошо? Вот. Потом выгребаешь светлые места, где у нас цветы. Выгребаешь. И даже подтираешь до вот такой пустоты. И пальчиком начинаешь набирать цветочечки. То есть слой красочки здесь будет небольшой, особенно в теневых. То есть ты видишь, не густо, да? То есть я специально подтер, чтобы было точно не густо. Светлые партии несколько гуще, но тоже берегись слишком большой густоты. И, наконец, самые светлые уже будут с густотой вполне. И даже с мастихином мы принесем вот такие мазочечки. Вот такие. Начнем уже лепить густо. Хорошо? Давай так. Этот пока береги. Очень красиво. Со вкусом такие шлепки. Ну, здорово. Ну, вообще ж ты не начала ни одного. Вот я жду. Так хочу ждать. Давай, начинай. Я их разделила, сейчас буду. Хорошо, очень культурно. Это художник рисовал. Спасибо. Чувство фактуры проявил. Вот мой цветочек, он внятно отличается от фонового пятна. У тебя мигания тональные. Слишком иногда равные фоновому. Например. Я внятно отделил его от всех остальных. То есть такой однородный достаточно кусок создал. Здесь у нас светло. Свет тоже раздаю немножко как однородное пятно света. Не копошню полутонов, а сразу раздал идею света. Внятно. Теневой внятно, световой внятно. И уже в это
мы будем насаждать мазочечки белого, там если надо, чуть-чуть даже с желтиночкой. Смотри, как он у меня отделился от всего. А здесь мигание полутонов. То есть, ну, вплоть до того, что взять и создать светлое пятно цветка. Общо, цельно, светлое пятно. А потом в него доупаковать. Ну, чтобы он выделился внятно. Причем зря, чтобы не зеленили, а все-таки сиреневили, то есть с розовинкой, с сининкой. Так, хорошо. Можно чуть-чуть рыжуник вот этих рыжестей, розово-рыжих, чуть-чуть поподсовывать. Ну да. Раз ты хорошо там начала, вот сейчас в этом месте так же хорошо, как ты начала. Здесь разрушила. Так. Значит, смотри, что очень важно, чего ты не заметила, пока вот копошилась с зелеными листьями. Там есть очень густая чернота. Розово-голубая, очень темная густота. Смотри, глубокость создает эта темнота. Сразу становится лучше, да? Вроде я рисунок уничтожил, а стало лучше. Потому что появилась густота, вернее, это самое, появилась собирающая чернота. Ну и, конечно, ты очень увлеклась зеленым. Там же ж, мы ж не напрасно розовые начинали. Помнишь, мы розовато начали. Но как только ты зеленый все забило, потеряло звучание. Значит, вот этот зеленый, особенно в этих местах, периферии, присобрать, взять тряпку, чистые тряпки это не самая ценная вещь. Чистые тряпки все слишком чисто. И каждый раз вот это вот чистоплюйство, вообще масляная живопись не очень любит. Прямо вторгаюсь. Ты видела, я сначала сбрил краску, да? Вторгаюсь. Причем часто вот эта перекрашенность звучит лучше, чем если бы это было бы сразу с одного раза сделано правильно. Потому что есть уже феномен борьбы, поиска, что тоже выручает часто картину. Вот таким штришоником, а заодно вот эти сиятельности появятся. Появятся вот эти сиятельности.
Оно, да? Да, да, да. Он стал светоносным. Тут у меня вот этот цветок ваш. Ты так назвала, он 10-10. А он центральный. Смотри, смотри. Ой, супер, супер. Вот эти ритмы. Вот это, да, все. И сейчас даже лучше, чем даже как бы все пригодилось. Вот. Пожалуйста, смотрите, цветок, он центральный, я уже он такой человек, как-нибудь его тянуть. Опустить давай. Я вам. Опустить давай. Слишком хороший. Не очень много этих зеленых листиков. Не очень много. Настоящие листья. Часто даже с розовинкой. Листики даже с розовиночкой. Но на вот этой черноте, да? Зачем мы начали с пальца? Чтобы привыкнуть к рисунку, а заодно уже общую ситуацию накидать. Потому что края, смотри, края бледны, неактивны, да? И если бы мы сразу начали мастихином, скорее всего, эту бледность мы бы не додали. А так она у нас уже есть, она поддерживает рисунок, вот эта бледность, которую мы укладывали в начале пальцем. Нет. Венок убираем. Сейчас вот я бы даже больше и не трогал. А я бы весь кусок больше бы не трогал. Очень удачно. Ну, я не знаю, насколько у меня здесь, может быть, он и не до конца хорош, поэтому ты, если хочешь, можешь его еще немножко полепить. Вот. Ну, либо я потом еще полеплю. А ты наполняй содержанием.
И смотри, в том числе и вот таким содержанием. Смотри, как они сразу силуэт приобретают. Давай. Ты вообще сейчас скажи. Тюльпаны. Более коротенькие лепесточечки. Вот этот характер листьев так и не приметила, да? Красиво, вот есть у тебя чуйка, чувствуешь, где эта лепка произошла. Здесь только чего-то вдруг не сработало. Чуйка. Тоже хороший парень, а этот вообще красавчик. Ну, может, вот этих листиков не хватает чуть-чуть. Шестеренка. То есть пусть один листик где-то торчит больше, где-то меньше, чтобы не было выстраивания в шестеренку. Согласна? Разбить идею шестеренки. На еще больше.
звучам. У нас как оркестр звучит. Да я чуть не заплакала. Как я бы домой покажу, что у меня получилось. Был момент. Ну, полепи еще вот этих, вот эту компанию чуть-чуть. Невероятно хорошо. Ну, это вот тогда немножко полепи. Ну, да, хорошо. А так, действительно.